Всем привет, мои дорогие друзья, подписчики, просто гости моего канала. Я очень рада, что вы сегодня со мной, и в этом видео хочу приготовить очень вкусные, сочные оладьи из кабачка. Ну и для этого мне понадобится средних размеров кабачок, небольшая луковица, яйцо, 100 грамм кефира и немного муки. С кабачка снимаем шкурку, при необходимости вынимаем крупные зерна. Лук очищаем. Очищенные кабачки и лук натираем на крупной терке. Солим по вкусу. Добавляем соду. Яичко. Перчу. Тоже по вкусу. Все перемешиваем. Добавляем сюда кефир 0,5 стакана. И муки. Доводим все это до густоты сметаны. Даже, наверное, чуть-чуть погуще, чтобы можно было ложкой выкладывать. Вот такая консистенция должна получиться. И обжариваем на умеренном огне с двух сторон до золотистого цвета под крышкой. Выкладываем оладушки на бумажное полотенце, чтобы лишнее масло могло впитаться. Оладьи готовы. Приятного вам аппетита!